Знаете, у нас не хватает одной вещи в уме сегодня. Простого приветствия. Ассаляму алейкум. Даже на расстоянии. Ассаляму алейкум. И хотя бы улыбнитесь. В наши дни, знаете, вы улыбаетесь глазами. Люди уже по глазам знают, что человек улыбается. Женщины в Никабе знали об этом уже давно, но Аллах захотел, чтобы все мы это попробовали. По его мудрости. Итак, мои дорогие братья, я говорю вам снова. Не усложняйте жизнь других людей. Потому что Аллах усложнит вашу жизнь. Облегчайте им, помогайте, говорите с ними уважительно и посмотрите, что будет с вами. Со своей семьей общайтесь правильно, следите за языком, за тем, как вы говорите. Иногда вы говорите правильное, но то, как вы говорите, это ужасно. Это причиняет им боль, это оскорбляет их, и они не хотят быть с вами. И вы думаете, ангелы хотят быть с вами? У Аллаха нет. Потому что в хадисе говорится, что на ангелов влияет то же самое, что влияет на обычных людей. Те же самые вещи, что влияют на хороших мусульман. Они уйдут, когда ты материшься, ангелы убегают от тебя. Какие ангелы? Ангелы, которые должны быть хафаза. те, которые защищают ангелы милости и рахма. Они ушли. Защита. Успокойся. Твой язык должен быть влажным от поминания Аллаха тааля многократно. Не говори плохие слова, не нужно, не ври, не обманывай, не воруй, не нужно лжи, потому что так твое сердце будет полностью разрушено однажды.